доброго времени суток. Вот он, первенец, стартанул раньше других, пришлось его заращивать. Помещение пока не готово, пришлось заращивать его в сауне. Шиитаки, как вы понимаете, вот у нас такая тут сауна. Здесь у нас такая смешная штука. Помещение плохое очень здесь. Для сауны хорошее, для съемки не очень. Может, кто догадается, для чего это. Вот, значит, шиитаки. Казалось бы, там ничего интересного нету, там, выращивание там шиитаки. Мало ли, эко-невидаль, да? В интернете там примордии, шиитаки, там и всего остального навал. Но постараюсь рассказать один очень интересный момент. Те, кто следит за каналом, те, кто дружит с каналом уже на протяжении многих лет и видел все видео, тот хорошо знает, что в основном направление по выращиванию у нас это вешенка. Ну, мицелий и вешенка. С шиитаки там где-то несколько лет назад были некоторые пробы, там поиски, и просто я пришел к выводу, что сам процесс именно выращивания шиитаки на опилках немножко усложняется тем, что нужна двухэтапная обработка вот этих опилок. Очень сложный материал, он, значит, имеет очень высокое бактериальное такое, как сказать, не бактериальное, а, значит, плесневое загрязнение, и при обычной стерилизации, вот как для соломы, все заканчивается тем, что зеленеют вот эти блоки, тем более на инкубации длительное время их держать, там 1,5-2 месяца, ну, заканчивается все позеленением. Значит, был найден способ двухэтапной обработки, о чем там и в интернете пишут. То есть первое — это замачивание в кипятке, второе — это уже стерилизация непосредственно там соломой. Вот это все как-то сложно так получилось, и было принято решение там не заниматься особо вот выращиванием шиитаки. Ну, имеется в виду по стерильной технологии. Но вот возьму из разных ракурсов. Но поиск шел в этом направлении, и вот о чем хотел я поведать в этом видео. А поведать я именно хотел вот о чем. Относительно двухэтапной обработки. Сейчас мы занялись выращиванием, сейчас подготовим помещение, но пока там то все, пока полки, пока все остальное. Сейчас я покажу помещение. Это займет много времени. А был найден хороший материал. Вам даю хороший совет. Если вы хотите вот серьезно заняться выращиванием шиитаки, то вам будет необходимо найти предприятие по производству шпона. Я не силен там в их технологиях, но есть там один момент. Момент в том, что при производстве шпона идет такая технологическая процесс. То есть берутся бревна завариваются сначала, первично, для того, чтобы их сделать абсолютный кругляк. Для того, чтобы резаками можно было из них срезать, ну, тут почти ничего не видно, там полки, печка. Освещение такое, чтобы не мешало медитации. Как-то про сауну расскажу отдельно. Значит, при подготовке бревен их сначала отваривают в здоровенных таких чанах, вот как у нас для соломы, только там они
как дом. Вот. Их туда загружают, варят, и когда они хорошо там сварятся, их сначала округляют, а потом уже заряжают в станок, который срезает с них шпон. И вот для этого используют буковые или дубовые бревна. Они становятся мягкими и позволяют срезать вот этот шпон. А вот эта неровность и все остальное, что сбривается, это получаются отходы. Но, как вы понимаете, они первично обработаны. И вот удалось найти предприятие, которое производит вот шпон, оно находится рядом с нами, и у них это сырье фактически получается как отходы. То есть оно им вообще не нужно, и можно их брать там в неограниченном количестве, хоть КАМАЗ, хоть два. И в связи с этим взяли мы на пробу вот, адаптировать, как это все у нас заработает. Взяли мы, значит, на пробу небольшое количество вот этих опилок. Попробовали вот этот процесс. Тут не надо никаких предварительных там ласк к этим опилкам. Просто они стерилизуют. Сначала, естественно, отвариваются с соломой, готовятся как обычный субстрат. Ну и потом проходит стерилизация. Все-таки мы делаем шиитаки постерильные, решили вот делать. И вот это, кстати, на столике. То, что вы видите, ну, никогда не поверите, что это. Это нарды. Это доска для нард. Ну и вот в неограниченном количестве можно брать вот эти опилки любой фракции. Можно там крупной, можно мелкой. То есть есть необходимое сырье для производства. И это очень здорово. Вот с чем себя и поздравляем, что вот случилась такая, такой случай, предвиделся, представился. И сейчас мы занялись вот шиитаки. Вот первая пробная партия, вот этот пошел раньше, мы его сразу в сауну, в сауне ему понравилось, то есть в моечной там достаточно хорошая влажность, еще там тепленько, и он себе рванул. Сейчас я покажу, что у нас там происходит на другом этапе. Ну, там еще не и речь не идет о каких-то глобальных масштабах по выращиванию, но для начала хватит. Там, скажем, если для таких блоков, то в этом помещении можно будет поместить огромное количество. Нам пока хватит. Пока мы найдем клиента, пока наработаем, а потом разберемся. Значит, вот здесь. Ну, что нужно сказать вообще о шиитаке? Значит, если для вешенки очень важные параметры, в принципе, являются все, и свет, и влажность, и воздух, то для шиитаки, для них освещение довольно-таки формально. То есть, им лампочка здесь даже не обязательно будет светить. Вот здесь есть окошко, вот им этого будет больше, чем достаточно, как шампиньонам. То есть, он, в принципе, там не сильно так важен. Это первое. Второе, что нужно сказать про шиитаки, что я хотел второе сказать относительно влажность. Да, и влажность — это самый важный параметр. Вот именно при максимальной хорошей влажности, ну и в принципе нормальной температуре, то они дают очень хороший урожай. И вот здесь, в этом таком помещении, в этом подвальчике, тут будет им очень уютненько, потому что здесь очень влажно, немножко так прохладно, но зато грибы будут расти медленно, но крепкие и красивые. Для увлажнения применяем просто полив пола, ну и тут и так сыро. Штору пока применили вот такую, тоже достаточно. Относительно стеллажей, если пристеночно сделать это все по кругу, тут получится такое количество, хватит нам этих блоков и грибов, пока мы наработаем клиента, а там проблемы с помещением, помещениями вообще нету никакой. Они там валами есть, каких хочешь, только было бы целесообразно вот это все занимать. Относительно подготовки помещения вот этого подвальчика. Отошли мы от этих всех пионерских, пионерских таких мероприятий, там побелки, этого всего, нету времени. С ебучими темпами инфляции, как у сектора газа, нету времени этим всем заниматься. Значит, что мы применили для обработки стен? И дам вам хороший совет. Значит, естественно,
Базовая это лизоформин, стандартной концентрации 20 мл на 1,5 литра. Ну, в зависимости от объема помещения вы там делаете, сколько вам надо этого раствора. Но именно для подвала в этот раствор добавляете достаточно большую концентрацию соли. Ну, на ваш взгляд, достаточно большую. Это стакан, там, в зависимости, я не знаю, сколько вы будете делать. Ведро, 2, 3. Значит, соль. Это все наносится на стены. И вот эти стены получаются просолены. Самое главное, чтобы сюда не попадали слизни. Это уже проверено на практике, обработанные вот солью вот эти стены. Все, слизни сюда не соваться не могут, потому что она обжигает, им обжигает кожу, и вы спокойно себе можете здесь выращивать шиитаки и не бояться за то, что значит, слизни испортят вам урожай. Грибы дорогие, трудоемкий сам процесс, долго там надо ожидать вот этих всех мероприятий. Ну и вот такое. В принципе, на этом все, что я хотел сказать. Тут еще немного рейши там напихал. Посмотрим, что там с ними будет. Значит, вот все, что я хотел сообщить. Ну и в дальнейшем следите просто за публикациями в ближайшее время. Там кто-то спрашивает, что публикации так редко. Ну, понимаете, все на вводах. Как-то и нету смысла огромного, и YouTube там что-то платит, фактически какие-то там копейки вообще за показы, то есть нету смысла там всего платить, снимать там, публиковать. Сезон начинается в сентябре, вот с сентября начнем работать, и там будем уже публиковать, будем что-то рассказывать о грибах, и не только о грибах. Вот, а я буквально там через дней несколько вернусь с соленых вод, и я вам покажу, что из этого мероприятия, которое мы здесь видим, что из этого всего у нас получилось. А с вами был Макс Сайлер. Как всегда, повествование получилось длинным и занимательным. Так что, кто подписан на канал, благодарю вам за поддержку, за просмотры и все остальное. Это само собой. Ну, а кто впервые смотрит это видео, то подпишитесь на канал и увидите, что будет бесконечное количество, много всего интересного. Все, до встреч, хорошего всем отдыха, хороших отпусков, до свидания.